Всем привет! У нас сегодня лекция. Мы сегодня отдыхаем, вот, потому что сегодня самая такая тема, что ли, простенькая, ну как это, не простенькая, она именно для отдыха, да. То есть я уже, кажется, говорил, что людям, которые изучали строки, например, носили на Паскале, работа со строками в Питоне представляется каким-то таким, ну правда, местом рекреации. Вот. То есть. Чем-то, как оно должно было быть, но почему-то не было сделано. По крайней мере, мне, да? Я думаю, что я не один так. А, значит, так вот, представляется чем-то достаточно простым и легким, вот. Но прежде чем заняться строками, у нас третья попытка рассказать про числа, про которые я все время упоминал, но кажется, в этом сезоне ни разу большого разговора не было. В принципе, все в общем и так понятно, но это, к сожалению, общая беда Питона, про который, как только начинаешь за него садиться, все в общем и так понятно, и многие на этом заканчивают. Они тут же встают и начинают что-то кодить. Вот. А в действительности лучше забуряться поглубже, потому что чем глубже ты осваиваешь инструмент, тем больше интересных штук в нем находится. Значит, ну для начала я тут в чатике написал, вышел Python 3.9, вот, в котором, как я понимаю, главное для нас с вами новшество, их два, сейчас покажу. Главный для нас с вами как бы новость, которая более или менее непосредственно видна, состоит в том, что у нас теперь можно объединять словари с помощью операции или дизъюнкции. Вот. Правда, до словари мы еще не дошли, но дойдем. Вот. Если я куда-нибудь выдружу 3.9 питон, то я на нем буду показывать, как это делать, когда будем говорить про словари. Вот. Улучшилась система хинтов, про которую мы еще не говорили. Вот. Ну, всякие мелочи, связанные с реализацией, и это все, и с deprecation warning, то есть деприкация каких-то очень старых конструкций в Питоне, которые отменяются в новом, вот, только пока что warning. Вот, это все не так интересно. Еще одна главная новость, которая совершенно внезапная и очень по-питоневская, в Питоне 3.9 взяли и подменили синтаксический панелизатор. Прям взяли вместо LL1, сделали вот этот пег какой-то парсер. Вот. То есть язык программирования остался тот же, он потихонечку развивается, а там под капотом взяли и поменяли один синтаксический анализатор на другой, убрав, как тут пишут в релизе, много хаков, которые были в случае для один анализатора сделаны. Такие странные дела. Вот. Это уже не первая такая подпольная, подковерная революция в Питоне, когда что-то категорически меняется, но сообщество и люди, которые отвечают за качество, работают настолько эффективно, что предполагается, что никаких изменений на поверхности не воспоследует. Ну вот, подождем, увидим. В 3.9 Питоне есть еще возможность переключиться на старый парсер. Вот. Вот таким вот способом. А в 3.10, который сейчас на стадии альфа находится, уже будет новый парсер вполне себе работать. Вот, если вдруг он не покажет себя совсем уж как-то неожиданно. Вот. Ну, вроде бы, как бы он только быстрее, и сам код становится более прямым. Про парсеры мы будем говорить в следующем семестре. И даже будем как-то ими пользоваться, кстати сказать. Ну и тем не менее, возвращаемся к нашим темам. Значит, тема номер предыдущая, тема номер 0, это числа. Я уже говорил, что в Питоне есть прямо из коробки комплексные числа. Питон вообще не забывает про математиков. Вот. Синтаксис очень простой. Вы можете написать что-то типа 2 плюс 3G. Вот это будет комплексное число. Комплексные числа. Мало того, что они комплексные, мне кажется, что с ними можно даже как-то упражняться.
не умеет. Вот. Сейчас узнаем. Мне кажется, все-таки есть тригонометрические функции комплексные, просто они в отдельном флаконе живут. Сейчас узнаем. А, может быть, я просто взял синус, который не бывает. Да. Вот, значит, синусов не бывает, естественно, бывают вот такие вот вещи, как математические функции, и они бывают, да, там floor, cell, вот это все, abs, вот, это я тормоз, зачем я сказал синус. Такие дела, значит, вот, значит, комплексные числа, они, в принципе, они, в принципе, вещь хорошая, вот. Тем более, что они могут выступать просто в виде таких на си написанных очень-очень быстрых векторов. Обратите внимание, что складываются они по принципу сложения векторов, умножаются по принципу умножения векторов, да, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться. Не помню. Нет. Нет, потому что это не векторное умножение, они как-то по-другому умножают. Короче, вот. То есть это другое какое-то умножение. Векторное умножение они не умеют. Ну, не важно. Значит, важно, что они могут выступать в качестве замены очень эффективных нереализованных на оси векторов, вот, которыми может пользоваться, и всякие арифметические операции доступны вот, над ними. А могут, конечно же, участвовать в вычислениях, которые вы, значит, делаете с использованием комплексных чисел. Вот. Кстати сказать, модуль math – это, пожалуй, единственный, дайте я выйду и войду, единственный модуль, относительно которого более или менее допустимо делать вот так. Не import math, а from math import звездочка. Вот. В принципе, правила хорошего тона оформления кода на питоне это запрещают, ну, скажем так, не рекомендуют. Если вы хотите сделать импорт из какого-то модуля, пишите, что именно вы оттуда импортируете в текущий namespace, потому что, понятное дело, вы тем самым засоряете namespace содержимым модуля, и они могут, например, конфликтовать друг с другом, если там одинаковые названия, ну, что-то такое. Вот. Тем не менее, значит, вот конкретно модуль math, довольно приличный в смысле того, что он умеет делать, вот, читайте, значит, документацию, вполне обычную, нормальную, да, модуль math почему-то традиционно можно импортировать из него все функции в текущую namespace, вот, ну и пускай, видимо, так он и делает. Про все остальные модули, вообще говоря, не рекомендуется. Даже там какой-нибудь рандом или откуда еще обычно. Вот такаинтер у нас будет в следующем семестре. Вот. Там все-таки рекомендуется оставлять название namespace, название модуля в текущем namespace, чтобы была вложенность, чтобы была инкапсуляция. Вот. Значит, касаемо модуля math, я, наверное, рассказывать не буду, чего все эти функции значат, вы и так знаете. За исключением одного места, про которое я хотел бы рассказать отдельно, просто упомянуть, что оно такое место есть. Значит, те из вас, кто не занимается регулярно всевозможными упражнениями математическими на языках программирования, возможно, не знают о существовании вот такой вот функции, которая называется ATAN2. ATAN2 это такой арктангенс, вот, но не арктангенс угла, а арктангенс координат точки. В чем смысл арктангенса координат точки? Смысл в следующем, что когда вы пытаетесь по координатам точки вычислить угол, вот как здесь на картинке, то у вас внезапно возникает одна небольшая травма. Ну как вычислить угол, да? Ну тангенс это же отношение, значит, одного катета к другому, это значит, что если мы возьмем, а x, y это и есть катеты, значит, если мы возьмем отношение катетов и возьмем от него арктангенс, то мы получим угол. As simple as that. За одним маленьким исключением, если у вас x, y отрицательные, то есть вот точка находится где-то здесь, то значение арктангенса внезапно окажется такое же. Видите, да? Потому что x, y, деленное на x, у вас окажется положительным числом, да?
И дальше у вас арктангенс покажет тот же самый угол, который вот здесь нарисован. Вот если вот здесь вот где-то точка находится. Такая вот фигня. Значит, что с этим делать? Ничего с этим не делать, если вы пользуетесь функцией арктангенс, у которой в качестве параметра выступает угол. Он так устроен, арктангенс, у него область, ну, в смысле тангенс, у него область значений такая маленькая. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас получился угол вот такой вот, да, вот такой, то вы должны сохранить понятие о знаках координаты точки и воспользоваться функцией tan2, которая имеет вот такой вот вид веселый, да? Значит, она себя ведет при x больше нуля вот так, а при x меньше нуля вот так. Вот. Тем самым вы всегда знаете, в какую сторону от центра координат направлен вектор к вашей точке, да? Вот. То есть функция арктангенс у нас обслуживает половину координатной плоскости, а функция tan2, да, обслуживает всю. При решении таких задач на компьютерную геометрию и при вообще работе с компьютерной геометрией, при всяких вот тех самых работе с координатами, tan2 незаменимая функция. Вот. Все остальное у нас в math, в общем, вполне нормальное. Ну, может быть, стоит привлечь ваше внимание к объектам, которые называются if и nan. Вот. Капитан Очевидность как бы подсказывает нам, что это объекты из области моделирования вещественных чисел, да, объекты типа float. Объект типа inf означает infinity. То есть это такое вещественное число, которое больше максимально возможного. Ну, взяли, помножили максимально возможное, максимально возможное, получили, в конце концов, что-то очень большое. Вот. А потому что, в отличие от целых чисел, которые в питоне хранятся бесконечно, да, вещественные числа моделируются вполне конкретным типом double, если не ошибаюсь, в C-шном. Вот. А еще есть хрень под названием not a number, none. Это ситуация, когда... Еще должно быть бесконечно малое, по-моему, но я его тут не вижу. Не вижу. Ну, неважно. Значит, так вот, есть еще специальная хрень под названием not a number. Это когда к вам приезжает ячейка памяти, в которой расположены какие-то биты и правильного размера, размером с double число в C. Только это нельзя интерпретировать как вещественное число. Таков уж стандарт, значит, вещественных чисел, что не всякая последовательность битов в памяти может быть распознана как вещественное число. Тогда получается not a number. Такие дела. Значит, я не знаю, можно ли получить nan путем последовательного извращения на питоне, но, возможно, какие-то функции возвращают nan, когда, ну, допустим, вместо того, чтобы выкидывать exception. Вот, что еще интересного есть здесь. Пожалуй, есть еще функция, я, может быть, ее и про нее и говорил, но надо упомянуть, раз уж мы говорим про числа. Есть функция isClose, которая используется для сравнения вещественных чисел. Мы с вами помним, что вещественных чисел не бывает, что равных друг другу вещественных чисел не бывает по определению, ну, потому что мы знаем, что число 1 равно, по определению равно числу 0.9 в периоде. Вот. Это одно и то же число, потому что это, собственно, один это предел вот этой последовательности. Поэтому, когда вы сравниваете вещественные числа на равно, вместо равно нужно использовать операцию isClose, которая еще и управляется, вы можете управлять, значит, относительной погрешностью, с которой вы эти два числа сравниваете. То есть какое-нибудь число 0.111 и 0.112 будут не равны, а какое-нибудь вот такое число будет вполне себе равны. Такие дела. Вот, значит, ну, для тех, кто пропустил первую лекцию, напоминаю прикол
прикол этой самой лекции и доказательство того, что вычислительных чисел не существует. Вот вместо вычислительного числа мы видим вот такую вот штуку, вот, которая связана с тем, что приближенное моделированное представление числа 2 и 2 и 1, 2.2 и 1.1 в памяти, оба этих числа слегка больше бесконечного оригинала. Вот, ну, двоичное представление по формату вот этому самому. Сейчас скажу, какому формату. По формату IEEE 754. Вот. Вообще говоря, дурацкий формат. Существует даже сообщество математиков, которые проклинают IEEE 754 и говорят, что настоящее число зверя не 666, а IEEE 754. Вот это все. Ну, реально такие занимательные люди. Но он, правда, дурацкий. Ну, что имеем, то имеем. Короче говоря, значит, вот у нас есть такая проблема, что вещественные числа имеют погрешность, вот, причем довольно сильную. Для того, чтобы вам работать с числами, которые имеют хоть какую-то разумную конечную запись в классическом для нас представлении, в десятичном виде или в виде рациональной дроби, ну, дроби, да, значит, эти числа, все, которые вы можете записать конечным числом цифр, они все рациональные. Вот. Поэтому работать с ними совершенно не то же самое, что работать с вещественными числами. Вообще. Нет, тогда бы было isClosed. Да? Закрыт ли файл. А isClose — это значит близко ли. Так что, отвечаю на вопрос Андерсона. Так что нет, хорошее название. Вы перепутали глаголы и этот самый глагол в прошедшем времени, он же забыл, что деепричастие. Вот. Является ли файл закрытым и находится ли близко друг от друга числа? Кстати, нет, close to — это значит, это будет вообще наречие. Вы перепутали наречие с деепричастием. Вот. Так вот, для того, чтобы работать с рациональными числами, или с числами, давайте сначала про десятичные, с числами в десятичной записи, в питоне есть прям специальный специальный модуль, который называется decimal, и этот модуль decimal как раз устроен таким образом, ну давайте вот сейчас сделаем a равняется decimal точка decimal от, ну скажем, 10, нет, от 11, да, а делить равно на 10. Вот. И это, значит, наше число 1.1. Теперь а b равняется а умножить на 2, и это у нас 2.2. И вот если мы сложим а плюс b, то мы внезапно получим 3.3, а не вот это вот все. Вот. Мы даже можем сделать от него float. Float, я хотел сказать. И даже получим 3.3 с большей точностью, чем вот это. Хотя для меня это лично удивительно. Потому что это число не точно, конечно. Но и тем не менее. Значит, как это устроено? Да, это все равно очень просто. Вот эти числа, они лежат в памяти прямо в таком вот... в строчно-десятичном представлении. Ну, на самом деле не десятичном, но это нас не должно волновать. То есть вместо того, чтобы моделировать вещественное число каким-то, значит, его приближением, мы просто все эти цифры храним. Ну, в более компактном виде. Именно по этой причине, если вы напишете decimal, я сказал decimal, decimal.decimal от 1.1, вы получите ерунду. Понятно, да, почему такая ерунда? Потому что в действительности ваша 1.1 представлена вот так. Да? Оно в точности равно вот этому числу. То же самое 2.2. Оно в точности равно вот этому числу. Да? То есть, когда вы конструируете константу 2.2, все, у вас уже точного значения нету. Что нужно сделать? Нужно вместо этого передать строку. Вот уж из строки
наш тип decimal сконструирует настоящую годную строку. Вот. Дальше все пойдет как по маслу. Такие дела. Децималы являются числовыми типами, над ними можно делать всевозможные операции. Вот. Да, я опять-таки не уверен, можно ли к ним применять синусы, но это можно всегда проверить. Можно. Можно. Я так думаю, что поскольку, это я знаю почему, да, это можно сделать, потому что у метода decimal есть встроенный метод float, и когда наш синус пытается вычислить синус от этого числа, он видит, что это какое-то странное число, он проверяет, а можно ли его преобразовать в float? Можно. Значит, из этого float мы сделаем, вычислим это число. Помните, я говорил, что в питоне нету неявного преобразования типов? Его нету в синтаксисе. Но если, скажем, семантика вашей функции синус написана таким образом, что она работает над всеми числовыми типами, которые можно преобразовать в float, то почему бы и нет? Да? Почему бы не преобразовывать в float то, что мы им передаем? Это не свойство языка, это свойство конкретной функции, которая, я думаю, описана в документации. Такие дела. Это было, значит, трочно-десятичное представление чисел decimal. Вот. Еще, как бы, есть несколько другое представление. Это конкретно любые рациональные числа, которые называются fractions. Вот. Fractions — это просто рациональные числа. Ну, дроби, где у них есть числитель и знаменатель. Ну, например, fractions.fraction. Ну, не знаю, там. От 10. Пожалуйста, 10 первых. Да? Ну или нет, давайте традиционно от 11. 11 первых. Поделим его на 10. А делить равно 10. Пожалуйста, 11 десятых. Ну, тут я нажал на tab. Просто тупо нажал на tab в этом месте. Вот. Мне было лень делать вот такое. А вообще... Вообще весь namespace объекта выводится с помощью функции dir. Я же сделал вот так и нажал два раза на tab. Ну, такое. Ну. Вот. Значит, возвращаясь к... Это я ответил на вопрос, что я сделал, чтобы получить все методы. Извините, сам себя перебил. Надо выработать некоторую дисциплину и зачитывать вопрос вслух, а потом уже отвечать на него. Fraction — это действительное число. Я думаю, что нету, потому что... ну, вернее, не так. У decimal есть... точность, с которой вы представляете, почитайте документацию. И, соответственно, когда вы за эту точность вываливаетесь, ну, например, у вас слишком много... Знаете, нет. Ну, то есть, если вы хотите запомнить слишком много цифр, тогда, наверное, есть что-то похожее. Ну, то есть, но inf и nan в decimal никогда не получится. Вы потенциально можете хранить бесконечное число там. Максимум, что вы получите, это нарушение той точности, которую вы заранее задали. Да? Вот. Просто это гораздо более медленное представление, чем вещественные числа. Вещественными числами может ваш процессор заниматься успешно, быстро. Через какую-нибудь, не знаю, там, MMX или SSE, по-моему, называется. Ну, короче, через какое-нибудь расширение процессора он может мгновенно все это вычислять. А строчно-десятичное представление — это прям оживание массивов на языке C, вот это все. Ну так вот, возвращаясь к фрэкшенам. Ну, с фрэкшеном, в общем, все понятно, да? Единственное, что я хочу показать, что... когда вы пытаетесь сделать... Да флот же, господи, прости. Вот, когда вы пытаетесь сделать из него флот, то все хорошо. Вот. А вот если вы попробуете сделать decimal fraction из 1.1, вы получите предсказуемый результат. Да? Вот... Вот столько вот таких долей, сколько тут написано,
это как раз и есть приближенное представление числа 1.1 в том виде, в котором он лежит в числе типа float. Ну, потому что мы с вами видели, что в случае decimal это выглядит вот так, да? То есть я почти уверен, что если вот это поделить на вот это, то получится вот это. Вот. Соответственно, опять же, фишка та же самая. Вы можете писать вот так вот. Вы можете писать вот так вот. Там, не знаю, 2/3, например. Вот. И отлично работает с рациональными числами в их представлении. Понятное дело, что фрэкшн, он, я так понимаю, слегка быстрее, чем децимал, потому что это просто два целых числа и, соответственно, арифметика над ними. Такие дела. У нас есть в планах рассказ про рандом, вот, но что-то пока он подвисает. Вот, когда-нибудь до него дойдем. Значит, если вам кто-то рассказал, ну, вам наверняка уже никто это не рассказывает, да, после того, как вся Data Science переехала на Python строем, непонятно с какой причины, но переехала. Видимо, потому что там не надо учиться программировать, извините за наезд. Вот. Так вот, значит, с тех пор, как вся Data Science переехал на Python ровными строями, уже никто не говорит, что в Python мало математики. Вот. В Python до хрена математики. Но большая часть — это математика, написанная на каких-нибудь языках типа C, потому что, ну, эффективнее. Главная проблема Python — миллион операций на Python — это долго. Вот. Миллион операций на C — это существенно быстрее. Вот. Так вот, значит, близлежащий модуль называется Array. Это эффективное представление массивов в виде последовательности ячеек в памяти, не в виде таблиц. Помните, да, я рассказывал, что питоновские списки — это таблицы, то есть массивы ссылок, то бишь идентификаторов, связей, объектов. Поскольку таблицы, они же массивы идентификаторов объектов, располагаемых в памяти в разных местах, это все-таки достаточно неэффективная штука. А еще, поскольку к вам массивы могут просто тупо приезжать из какой-нибудь функции на оси, настоящие массивы, да, вот настоящие флоты, лежащие в памяти и так дальше, в Python есть специальный модуль Array для обработки такого рода типов данных. Он специальный, в таком, в чисто гвидовском стиле написан. У него типизация на птичьем языке. Видите, вы при создании массива указываете в виде буквы, какого он типа. Вот. И он поддерживает множество операций, которые у вас поддерживают списки, да, типа pop, insert, append, наверное, есть у него, да? Есть у него append? Ну, есть extend, как минимум, да? Добавить туда, вот, добавить туда элементы iterable и так дальше. То есть с ним можно делать примерно то же, что вы делаете с обычным списком. Просто понимая, что это массив в памяти, если, например, вы к нему что-то добавляете, то там по определению происходит процедура релокации. Вот та самая, которая в питонных списках происходит только там при достижении какого-то объема. Вот. Значит, на этом я про массив пока заканчиваю. Мы, может быть, к ним вернемся когда-нибудь, а может быть и нет. Вот. Отвечаю про язык R. На язык R никто не переезжал, в том смысле, что на него переехали давно. Язык R специально придуман для анализа данных, статистики и вот этого всего. И традиционно как раз на нем весь дата-анализ и делался. Вот. Но последние годы я узнал об этом тренде, в общем, несколько раньше, чем он оказался озвученным и попал в окружающее пространство. Последние годы почему-то люди даже с R на Python переезжают, хотя с точки зрения синтаксиса, идеологии и вообще целевой аудитории R, конечно, гораздо лучше предназначен для, скажем так, операций над данными, а не для алгоритмического программирования, в отличие от Python. Вот. Но сообщество у Python настолько большое, что люди сначала узнают Python, и потом уже как-то иск смотрят на R. В тех местах, где я видел преподавание Data Analysis, там рассказывают и про Python, и про R, и даже иногда говорят: вот решайте, на чем хотите, выбирайте, на чем вам удобнее. И это, в общем, такой тренд последнего, ну,
5, может быть, лет, когда вот питон влез и в эту область тоже. Вот. Ну, то есть, вот пойди поймай какого-нибудь прохожего на улице, если он. И спроси у него, на чем сейчас дата-анализ делают. Вот. Если он тебе врыл не даст за такие вопросы, то он ответит на питоне, а не на это. Такие дела. Значит. Да, значит, чтобы закончить тему про числа и все-таки рассказать про строки. Вот, значит, сцепы. Такой главный источник питоний математики. Вот. С большим, огромным, я бы сказал, сообществом, с очень мощными готовыми решениями под всякие математические задачи, с отдельной темой, с отдельной темой числового работы с числами и, соответственно, нумпы как пример, с отдельной темой работы с символьной арифметикой и симпы как пример, с специальной вообще темой работы с анализа данных и библиотекой Pandas. Вот если вы думаете, что на картинке хорек, то нет, на картинке красная панда, она же Firefox. Вот. С специальной библиотекой, которую они явно взяли под крыло рисования, ну, графиков всевозможных. Вот. Ну и из этого еще растет штука, которую я до сих пор не освоил, потому что не понимаю, зачем она мне. Это iPython и, собственно, Юпитер вокруг него, да, вот эти Юпитер-ноутбуки, вот это все, да. То есть мне часто приносят домашние задания, сделанные в этих Юпитер-ноутбуках, я на это дело гляжу, это какой-то поток сознания, перемежающийся код, картинка, текст, вот это вот это. Я не понимаю, зачем это может быть нужно программисту, но, видимо, программисту это и не нужно. Вот, да, видимо, это нужно как раз дата-аналитику. А, да, но тем не менее, это очень важная часть питоновского, так сказать, математического сообщества, все вот эти Юпитеры, ноутбуки и все остальное. Я, возможно, найду время, чтобы его освоить, потому что Юпитер — это штука, которая делается одной командой pip install, у тебя сразу работает. Ну, в общем, полезная вещь, видимо. Но я пока не придумал для чего. Вот. Ну и, наконец, если вы считаете, что, значит, этого мало, вы заходите на pipy, смотрите, выбираете топик под названием «Математика», где-то он тут должен быть, вот, просто «Математика», это один топик из многочисленного. Ну и видите, что по топику «Математика» он вам показывает 2000 с гаком каких-то пакетов на питоне, свободных, прошу заметить, с математическим применением. Все, про числа я закончу. Вот, значит, использование, нет, не закончил. Почему у нас сегодня лекция про отдых? Использование нумпы, matplotlib, вообще сцепы, симпы — это действительно такой отдых, когда ты понимаешь, что вот этого всего, оказывается, тебе не нужно программировать. Оно все уже готово. Теперь, значит, строки. Что такое строка в питоне? Вот мы строками пользуемся постоянно, а между тем это несколько такой усложненный объект, по сравнению, допустим, с кортежами, на которые строки очень похожи. Да? Ну, сначала вроде как так. Вот у нас строчка какая-то. Да? Вот. Она ведет себя как последовательность. Мы знаем, что у нее длина вот такая. Мы знаем, что ее можно индексировать. Мы знаем, что ее можно секционировать. Мы знаем, что она является последовательностью, то есть если ее распаковать любым способом, ну, допустим, вот так вот, запятую забыл, допустим, вот так вот, то у нас каждый элемент нашей строки попадет в очередное имя, сюда попадет catch-all, потому что длина строки у нас больше, чем количество имен, вот. Вот. Причем этот catch-all из него сформируется, как вы видите, список. Вот, что мы еще знаем про строку? То есть, что она является полноценной последовательностью, вот это все. Но у строк есть особенности. Главная особенность строки, я ее показывал чуть ли не на первой лекции, это то, что строка является последовательностью строк. Вот. То есть, скажем, пятая — это строка, тип у нее такой же, как у... как у А.
Да? Это означает, что А5, ее тоже можно индексировать. Например, взять от нее нулевой элемент. Других, правда, у нее элементов не будет, потому что такая вот ошибка. Но зато нулевых элементов можно брать сколько угодно. То есть, в отличие от хранимой последовательности под названием кортеж, который в качестве результата индексирования нам вернет, собственно, элемент этого кортежа, хранимая последовательность под названием строка в результате индексирования введет не элемент, который она хранит. Она сконструирует новую строку, односимвольную, и нам ее передаст. Да? То есть операция getItem в случае строки – это не операция обращения к объекту, а операция конструирования нового объекта. Строка хранима, а элемента ее нет. По этой же причине, поскольку мы вообще элемент строки считаем штукой вычислимой, операция in в строке работает гораздо более интересно. Ну, например, если у нас есть кортеж, да, там c равняется, ну или лист, неважно, от range от 10, да? Вот, то мы можем написать что-нибудь типа 7 in c, я сказал. Вот. Но не можем написать, то есть можем написать, но получить ошибку, если напишем 2-3 in c. Да? Ну, понятно почему. Вот. Значит, потому что список 2-3 не является элементом списка c. А вот строка, ну скажем, va, является элементом строки. Вот. То есть операция in в случае строки работает не как элемент строки, а как подстрока. Это поиск под последовательности в последовательности. Если кому-то кажется, что поиск подстроки в строке это, в общем-то, в целом такой сложный, алгоритмически сложный прием, в смысле алгоритм сложный, в том смысле, что он квадратичный, ну, грубо говоря, размер искомого умноженный на размер строки. Если его реализовать в тупую, это будет квадратичный алгоритм. Но есть алгоритм, кажется, Дикстра, не помню кого. В общем, есть алгоритм более правильный, поиск под строки в строке через свертку и Z-свертку, хитрый. На сайте у меня есть на этот счет рассуждение, вот, для школьников. Так что он, и который линейный. Так что поиск под последовательности в последовательности, он линейный за счет линейного превращения в память для хранения индексов. Что, в общем, недорого, согласитесь. Вот, поиск по строке в строке. Значит, что еще про строку можно узнать интересного? Давайте я лучше отвечу на вопрос. Вопрос такой. Почему len это функция, а не строковый, а не метод этого самого последовательности? Len, разумеется, это метод последовательности. А вот функция len, имеет некий более сложный протокол вычисления длины, чем просто метод len. Вот. Значит, сейчас отвечу на этот вопрос. Ну, давайте я поищу, вдруг найду. Значит, Guido len. Вот ответ на ваш вопрос, сейчас его читать вслух не буду. Вот. Идея состоит в том, что, во-первых, для некоторых операций префиксная нотация лучше, чем постфиксная. Лучше написать длина от чего-то, чем писать что-то, точка длина. Вот тут был вопрос про flow синтаксис. Вот во flow синтаксисе, конечно, что-то точка длина гораздо лучше. А в нашем случае, ну, как бы все-таки... Когда вы говорите len, вы как бы заранее заявляете, это лучше читается. Это во-первых. Вот. Ну, вернее, это во-вторых. Да? А вот этого я аргумента не понимаю. Я могу добавить от себя еще аргумент, что... Хотя нет, наверное, нет. Не могу. Ладно, короче, всех отсылаю вот сюда. Давайте я прям вот... Вот, закину этот текст. Почитайте, выньте оттуда еще информации. Вот. Да, вот. Спасибо, Андрей. Да, Кнута Морис Прат. Поиск под последовательность в последовательности это алгоритм Кнута Морис Прат. Я зря туда приплел Дикстру. Дикстру это другой алгоритм. Это там как бы главное большое имя это Кнут. Вот.
Нет, дорогой сокращенец, строки у нас константные. Мы их вообще не можем ничего с ними сделать. То есть, если мы напишем вот так вот, я же говорю, они очень похожи на кортежи, то, разумеется, вот так вот мы сделать не можем. Вот. И это сделано по многим причинам. В первую очередь потому, что операция такого точечного воздействия на строку – это довольно редкая ситуация. То есть, если мы работаем со строками, основной наш запас действий, который мы обычно в таких случаях применяем, это на основании одной строки породить другую. Вот. А, понятное дело, хранимые последовательности константные с точки зрения эффективности гораздо более правильное решение, чем хранимые последовательности модифицированные. Я думаю, что мы сегодня дойдем до модифицированных последовательностей. Я надеюсь, что мы до них дойдем. Вот. Вы увидите, что такие тоже есть, но они специфические. Вот. Значит, я не сказал с самого начала, а может быть, стоило об этом сначала сказать, что вот эта наша строчка А, вот такая, довольно непростая вещь. Давайте сделаем так. sys get size of. Значит, объект типа строка, он сопровождается каким-то описателем, и строчка var, как видите, занимает в байте, в памяти 52 байта. Ну, понятно почему. Потому что там описатель, идентификатор, какие-то свойства строки, вот эта вся ерунда. Ну, что вы хотите, интерпретируемый язык программирования, каждый объект занимает в памяти довольно много места. Добавим сюда один символ, 53, еще один символ, 54. То есть, если в вашей строчке нет ни одного ASCII, ни одного не ASCII символа, да, то есть, если все символы, в которые входит вашу строчку, укладываются в понятие ASCII, то это байтовая последовательность. Но этого никто не видит, потому что как только вы добавляете туда, давайте мы добавим, я, нет, тоже плохо видно. Вот, да? Строчка превращается в юникодную, где на каждый символ отводится 2 байта. По-моему, 2, а может быть даже 3, я сейчас не вспомню. Ну, это можно всегда, можно проверить, давайте посмотрим. 2. Вот, то есть некоторое урезанное представление о юникоде, в котором размер каждого символа занимает 2 байта. Это не весь Unicode, но почти весь. И обратите внимание, что с тех пор, как строчка при конструкции становится внутри себя юникодной, вот, даже добавление символа, давайте, ну, обычного, да, добавляет 2 байта. Ну, просто Python, смотрите, Unicode — это таблица такая. В том смысле, что Unicode — это способ нумерования всех знаков мира. Он как бы немножко не в байтах измеряется. Там есть регионы и номер в регионе. Вопрос, сколько байтов занимает конкретный символ, это вопрос к кодировке. Кодировка не называется Unicode. Кодировка называется UTF. Вот не знаю, кстати, попробуйте как-нибудь на досуге и поделитесь с нами своими результатами. Потому что я не помню, если честно, о вас. Значит, да. В простых случаях, когда у нас популярные юникодные символы, ну как популярные, все-таки 16 байтов — это... В смысле, 2 байта, да, это все-таки довольно много. Это 65 тысяч с гаком символов. Вот, так что многие популярные символы входят. Вот, Python, вообще говоря, хранит это все в Unicode. Без ограничения общности можно вообще считать, что Python свои строки хранит в унифицированном представлении юникодном. То есть, когда каждый символ занимает 2 байта. Вот. Просто, ну, есть такая оптимизация, которая ни на что не влияет, только на размер памяти. Да, вот, вот,
без ограничения общности считаем, что везде Unicode. Вот. Это, в общем, хорошая идея, потому что у нас внезапно строки становятся константной длины. Помните главные претензии к кодировке UTF? Что там латинские буквы 1 байт занимают, а все остальные неизвестно, сколько байтов занимают. Могут 2 занимать, могут 4. Вот. Такое дело. Вот в питоне все более-менее стандартизовано. Я не знаю, может быть, исключение возникнет. Да-да-да. Вот тут UTF-8, там, в UTF-8 там 2 байта занимает символ, не являющийся ASCII. Бывает UTF-16, там 4. Ну, такое. Вот. Мы сейчас поговорим про кодировки, если успеем. Просто хочу про все рассказать. Значит, итак, хитрость состоит в том, что те строки, которые питон хранит внутри себя, они представляются в универсальной кодировке, которая там условно можно назвать юникодоподобной. Да? На этом пока остановимся, к перекодировке мы вернемся. Давайте поизучаем, значит, поизучаем свойства строк. А, значит, провокационный вопрос, который я бы задал, если бы у нас был такой полный интерактивчик, а так я его задам и сам же на него отвечу. Как вы думаете, поскольку у нас операция индексирования и операция секционирования строки возвращают одно и то же, можно ли утверждать, что операция А5 и операция А от 5 до 6 это одно и то же? Вообще совершенно идентичная операция. Вот. Правильный ответ – нет. Потому что мы можем написать А105 до 106, и как полагается операции секционирования, мы получим пустую последовательность. А если мы напишем вот так, как полагается операция индексирования, мы получим исключение о превышениях границ. Так что нет раз. Значит, что у нас есть в... какие методы у нас есть в строках? Я сейчас очень-очень быстро по ним пробегусь. Не буду рассказывать про каждый. Постараюсь не рассказывать про каждый, потому что это все очень легко вынимается из документации. Просто как нефиг делать. Ну правда. Вот. Значит, просто покажу, какие классы бывают методов. Значит, первый класс методов – это метод, то, что называется на is. Вот их много. Вот. Который проверяет, обладает ли строка различными свойствами. Например, является ли она алфавитно-цифровой, является ли она просто буквенной. Причем это зависит от локали. То есть русские буквы тоже считаются буквами, если у вас локаль русская. Вот. Является ли она только из ASCII состоит, вот это вот как здесь, да? Является она десятичным числом? А, во, смотрите, вот тут человек проверил, и оказывается в питоне есть еще и третье представление, UTF-32, где уже точно любой UTF-Unicode влезает. Это клево. Кстати, дайте я тоже проверю, вдруг у меня получится. Сейчас, стойте. Да, вы правы. Ну, этого символа не видно на экране, да, и не будет видно, потому что он какой-то никакой, да, но можете мне поверить. Можете мне поверить. Сейчас найдем. Вот, видите, он какой-то вот странненький. Вас. Можете мне поверить, что он есть и что он действительно 4-байтный. Вот, значит, итак, функции группы is проверяют, является ли строка чем-нибудь. В частности, is space проверяет, является ли строка пробельным символом, то есть не просто пробелом, пробелом табуляции и переводом формата, там, и еще переводом строки, там, 4 символа. Всегда можно почитать help, чтобы посмотреть, что это такое. Ну, не знаю, там, из супер, супер. А, из upper, господи. Ну, разумеется, другой шрифт. Это нужно, чтобы был шрифт с полной поддержкой Unicode. Он не очень красиво выглядит, я это
его не используют. Вот. Ну, например, у меня, видите, какой шрифт. Понятное дело, что как бы все от шрифта зависит. Ну, кстати, про шрифт. Нет, не буду здесь рассказывать про шрифт. Долгое время, много времени займет. Хорошо, значит, из. Соответственно, есть разные виды преобразования строк, которые, ну, например, делают вот так вот. Давайте что-нибудь напишем такое. Да? Ну и всякие такие штуки там. Upper. Что там еще есть? О. Обратите внимание, что вот эта вот такая вот штука является с точки зрения третьего питона нормальным идентификатором. Вот. Ну, потому что это буквы с точки зрения питона. Все нормально. Ну и так дальше. А, значит, какие еще есть интересные вещи? Ну, естественно, какое-нибудь форматирование текста типа вот такого. А равняется, ну, или прямо так вот. Q.center, ну, скажем, 10. Да? Можно даже заполнить какими-нибудь символами. Так нельзя. Вот. Ну и там всякие L-just, R-just, соответственно, заполнить право, заполнить влево. Вот это все. Вот. Есть метод count. Ну, допустим, count year. Ну, три раза year встречается в нашем списке, в нашей строке. Ну и так дальше, и так дальше. Case fold. Читайте. Значит, все вот это не так интересно, поэтому мы это по-быстрому проматываем. Вот. Функции типа R, R find, R index ищут справа. Вот. Есть еще функция strip, тоже очень удобная, которая очищает как раз пробельные символы. Ну, смотрите. A равно... Вот. Как видите, с точки зрения терминала, вот все эти символы типа backslash f, backslash n, backslash t, они считаются пробельными. Ну и если мы a.strip скажем, то оно почистит. Вот. Оно их все... Давайте еще посмотрим, какой оно длины. 3. Вот. Такие дела. Маленькое отступление по поводу вот этих бэкслэшей. Спецсимволы. Это такой, ну точнее не так, ну да, спецсимволы. Это такой способ задать такой символ, который на экране не отображается. То есть, смотрите, сейчас. Перевод строки. Табуляция, о которой было много речи в лекциях по Linux, хотя нет, по Python тоже. В лекциях по Python было много речи, потому что о ее вреде. А вот это backslash f, это так называемый перемот формата. Это символ Ctrl-L, по которому line printer, ну, печатающее устройство, пропускало одну страницу. Вот это все считается пробельными символами, ровно как и пробелы. Вот. Поскольку вы не можете их изобразить на экране, ну, там, в случае табуляции, вы еще можете попробовать нажать клавишу Tab. Да, но скорее всего клавиша Tab у вас в вашем редакторе будет делать другое. Ровно как и клавиша перевод строки точно не будет пытаться ввести внутрь строки символ перевод строки, да, она другим не занимается. То при представлении строки используется... Тут есть где-нибудь? Нету. Давайте поищем здесь string. Я просто хочу полный список нам найти. Ща. Смотрите, оказывается, newline-ов вот столько в Unicode. Их тут больше, чем мы с вами думали, чем я показывал. Вот еще есть не только перевод строки, но и возврат каретки. Есть еще вертикальная табуляция. Ну, в общем, дофига всего. А где же они все эти строки-то?
Ну, я так не играю. Ладно, давайте тогда. О! Вот. Нет. Короче, нет, ладно. Я не помню твое место, извините. Я, когда буду после лекции что-то исправлять, я тогда поправлю. В общем, их там много. Они всякое значат. Вот, в частности, вы не можете написать вот так вот. Вот. Потому что у вас вот эта последовательность будет восприниматься как специальный символ, и вы должны написать что-то типа вот такого. Вот. При этом обратите внимание, что на самом деле это один бэкслэш. Он просто представляется так. Вот. Но если вы не хотите, чтобы ваша строка превращалась вот в такое, да, интерпретировалась как строка полной специальных символов, да, вот, поставьте в начале модификатор R. R означает row, и он ровно то и означает, что бэкслэш теперь означает только бэкслэш и больше ничего. Значит, на вопрос, это и с точкой, да, Зиги, относительно того, ссылки на офсеты и все остальное. Значит, поскольку в питоне строка является константным объектом, вам все равно, возвращается ли вам ссылка на реальную подстроку в памяти или совершенно новый объект. Почему? Потому что она константна, вы не можете нигде ничего изменить. Разумеется, каждый новый объект – это новый идентификатор. И какая бы то ни была утечка памяти, она, значит, исключительно на то, как вы распоряжаетесь этими идентификаторами. Дальше рефкаунтер, дальше, значит, удаление соответствующего объекта и так далее. Вот. Офсеты, кстати, точнее не офсеты, но окошечки, мы до этого дойдем в конце нашего семестра, в питоне тоже есть, как раз для эффективности представления. Я сильно подозреваю, что строки копируются. Но еще раз повторяю, поскольку строка константный объект, нам с вами абсолютно все равно, копируются ли они или смотрят прямо на них, на кусочки. Вот такие дела. Так, значит, давайте мы все-таки про интереснее больше поговорим. Есть два метода, которые... Два, а в 3.9, кажется, питоне больше. Сейчас я посмотрю. Кажется, в 3.8 еще нету. Префикс, который, да? Нету. Ну, в общем, в 3.9 питоне там еще кое-что появилось, почитайте. Есть два метода, которые рекомендуется использовать вместо методов find или там in, когда вы хотите проверить, что строка, например, начинается или заканчивается на определенное число, на определенную последовательность. Почему? Ну, потому что операция «посмотри в начало строки и сравни, не равно ли оно», да, эта операция очень дешевая. Вот. А операция «найди мне, пожалуйста, строку, подстроку в строке, а потом еще проверь, что начало было 0», операция довольно дорогая. В числе прочего, она состоит в том, что нужно создавать новые объекты, а в, ну, вот такое, значит, типа «а» равняется, ну, сейчас посмотрим, чему оно у нас сейчас, ой, нет, не так. A.start with, ну, допустим, su. Вот. Понятное дело, что можно было бы обойтись каким угодно другим методом. Можно было написать, ну, что-то типа такое, смотрите. Можно было даже написать вот так. Да, и тогда можно было написать а венот б б. Вот, но согласитесь, что вот такое написание гораздо лучше читается и на самом деле гораздо эффективнее работает, потому что здесь нам нужно действительно изготавливать новый объект, а потом еще пассивно проверять. Такие дела. Это что касается starts with и ends with. Такая же фигня с ends with. Вот
Вот с этой функцией. Вот. Да. Значит, функция replace. Да, вот мы начинаем говорить про всякие интересные функции в Python. Это функция replace. Функция replace это замена одной подстроки на другую. Значит, ну что-то типа вот у нас есть А, давайте заменим replace, заменим строку на, допустим, всю ту же цу. На овцу, естественно. Даже вот так вот. Ай. Ну вот, смотрите. Причем мы можем указывать, сколько таких замен нужно произвести. Вот. Единственное, что мы не можем сделать, как мне кажется, сейчас я посмотрю, возможно, я ошибаюсь. Да, единственное, мы можем ничего не можем сделать, это указать, начиная с какого места производить такую замену, что, в общем, странно. Обратите внимание на то, да, я много раз повторял, но мало ли что, на то, что строка — это константный объект, и функция replace не модифицирует строку А. Она порождает новую строку, в которой цу заменено на овцу. Вот. Примерно тем же занимается штука, которая называется там что-то с токеном связанное, partition. Вот. Почитайте, что она делает. И еще есть отдельная хитрая функция, translate, которую я тут даже не указал, а вообще говоря, стоило, которая заменяет символы на символы. Например, можно сделать перекодировку очень быстро. Но там... Там пример довольно хитрый, ему нужно передать table некоторый. Вот. Не получилось. Ну хорошо, значит надо было как-то делать более хитрым образом, я не вспомнил как. Ну по идее, ну хорошо, давайте вот так сделаем. Ща. Не работает. В общем, надо читать документацию. Извините. Почти никогда этой штукой не пользовался. Вот. Бог с ним. На самом деле, я хочу перейти к более интересным вещам, тем более, что у нас есть еще разговор, и, видимо, мы не успеваем поговорить про байтовые строки, но, может быть, это и хорошо, потому что тогда мы поговорим про них в следующий раз. Еще разговор главный. Это не главный, а важный. Это, пожалуй, единственная тонкость, относительно которой имеет смысл поговорить. Вот. Это методы split и join. Значит, что делает метод split? Метод split работает двумя различными способами. Первый способ. Мы берем строчку. У нас нормальная строчка А. Отличная строчка А. И делаем сплит. Сплит без параметров разбивает нам строку на последовательности слов, разделенных последовательностью разделителей. То есть, если мы напишем вот так вот, например, сейчас табуляцию вставлю, вот. Обратите внимание, что в список результирующий нам не попали вот эти последовательности разделителей. То есть, ну, фактически мы разделили текст на слова. Так, например, работают командные строки все. Они вот так вот делят свои команды на командные строки. На слова.
Вот. Если же вы укажете в параметре конкретный, ну, скажем, xc, конкретную строку, которая является разделителем, то ваша исходная строка разделится на части сообразно вот этой штуки. Ну, вот тут вот, видите? Крдвес, дальше xc и дальше все остальное. Ну, или, допустим, x. А, у нас x только один раз. Ну, хорошо. A. AS, да? A. Вот тут их много. Да? V. Понятно. Значит, при этом обратите внимание, что если даже будут последовательности таких разделителей, то поведение изменится. Вот, потому что поведение изменится, потому что только в варианте по умолчанию последовательность разделителей сливается в один, а в варианте, когда вы этот разделитель указываете, между этими двумя V, двумя разделителями, стоит пустая строка. Ну, просто две разных функции, слитые в одну. Одна из них занимается предложениями и словами, другая из них занимается формальной разбивкой на части. Я надеюсь, я ничего про сплит не, не пропустил. Чё? А. Ну, и еще может быть, можно указывать максимальное количество разбиений. Видимо, там приезжает остаток. Ну, давайте проверим. Да, так и есть. Обратите внимание, что поскольку А разделитель, то в начале этой строки стоит пустая строка, да, и оставшийся хвост мы решили вообще не делить, потому что мы так сказали, выдай нам три первых подстроки, а дальше хвост верни. Вот так и произошло. Вот, значит, этот сплит очень удобная штука, потому что вы любую последовательность строк можете обратно соединить в обычную строку с помощью метода join. Вот. Метод join, он поначалу кажется слегка странноватым, но потом вся логика становится понятным. Метод join — это метод разделителя. То есть, смотрите. Давайте мы еще раз. A равняется... Да? A.split. Ну, разумеется, по минусу, да? Жух. Для того, чтобы... Ну, давайте мы... Так скажем, да. Для того, чтобы слепить обратно эти строки и соединить их плюсом, надо написать так. Плюс, ну давайте там, сепаратор равняется плюс. Sep.join от L. Вот. То есть, join это метод разделителя. Мы говорим, дорогой разделитель, сейчас вот тебе приедет последовательность строк, объедини ее, пожалуйста, в одну. И он объединяет. Вот. Ну или если делать это более коротко, что-нибудь такого типа, да, точка split минус, точка join, join не так, и здесь вот плюс, ну не плюс, там, не знаю, g, точка join от этой вот всей фигни. Вот. Да? Обратите внимание, что это не свойство последовательности, а свойство строки. Логика очень простая. Список, который выдает сплит, это просто список. Никто не знает, из чего он состоит. Он может состоять из любых объектов Питона. Было бы странно, чтобы у списка были строковые методы. А вот строка вот эта, это вполне себе строка. Да? Мы говорим, вот тебе сейчас приедет список, объединяй. Ну, она и объединяет. Очень удобная штука для того, чтобы по-всякому манипулировать строками. В домашнем задании обязательно что-нибудь будет на эту тему. У нас осталось 10 минут и несколько тем, ну фактически две, байтовые строки и кодировки, и форматные строки. Байтовые строки переезжают на следующий раз, а вот форматные строки — это важная штука, я, пожалуй, на нее обращу ваше внимание. Да-да-да, вот так и есть. Все, именно про это мы и говорили. Значит,
Форматная строка. Там не только, да, спасибо, спасибо, там действительно надо было указывать код символа. Я подумал, что еще и с кодом заморачиваться. Это тема, тема следующего, это следующая тема, о которой мы еще не говорили. Вот там, пожалуй, мы как раз про транслейты вспомним. Вот. Когда мы будем говорить про байды, вот про эту всю ерунду, про кодировку, про код символа, все такое. Вот. Значит, давайте поговорим про форматные строки, потому что это важно, на это точно будет домашнее задание, а тема такая, ну такая. Значит, есть прям статья в этом самом, в тьюториале на эту тему, прям вот в тьюториале, как форматировать строки. В 3.6 питоне нам приехала прекрасная совершенно штука, которую я рекомендую использовать везде, где только возможно. И это специальный модификатор строк F, который устроен таким образом, что теперь внутри фигурных скобок можно писать любые выражения питона. Ну, например, так. 2 плюс 2. Нет, давайте лучше не так. Давайте сразу покажем более интересный пример. Допустим, а равняется 100-500. А b у нас равно, ну, допустим, а b... А неважно, а равняется 100-500, да? Форматная строка А плюс 1. Длиной 10 символов. Длиной 10 символов с лидирующими нулями. Длиной 10 символов прижаты к левому краю. Длиной 10 символов по центру. Ну, вы меня поняли, в общем. Значит, картина следующая. В фигурных скобках указывается выражение, дальше двоеточие и дальше описание формата. Описание формата страшное. Вот оно. Вот. Но зато с примерами. В домашнее задание будет входить отщелкать эти примеры, чтобы вы поняли вообще, как это все работает. Вот. Значит... Естественно, вы можете сюда вписать что угодно. Вы можете написать 2 плюс 2. Вы можете написать пи, двоеточие, 7. Вот. Ну, только давайте так сделаем. Вот. Причем можете написать 7.8. И выяснится, что у нас с точностью до 8 символов будет... Да, там можно вот так вот написать, да. Вот, после точки указывается сейчас скажу, что я хотел сказать, что количество символов после точки, но нет, потому что их слегка больше, да? А сейчас давайте вот так вот сделаем. Ага. Общее количество символов. После точки указывается общее количество символов. Вот. А до точки общее количество знака мест. А как там точность ограничивается, я уже не помню. Ну, в общем, почитайте опять-таки статью. Чем это удобно? Да это удобно тем, что вы можете, ничтоже сумняшься, выводить картинку на экран так, как вам заблагорассудится, с правильным форматиром, с правильным количеством обступов. Более того, вы даже можете сформировать такую строку. А, нет, не можете. Об этом речь впереди. Вот, значит, в 3.8 питоне появилась еще более приятная штука. Вы можете написать примерно вот такое. F. Типа а равно а. А можете написать вот так вот. А вот. Форматные строки в print тоже есть. Сейчас я про это расскажу. Это старый из второго питона. Из второго питона конструкт. Он вроде как никуда не выбросился, но считается менее рабочим. Собственно, как раз мы переходим к тому, что есть одна ситуация, когда форматные строки работают плохо. И эта ситуация, это когда вы хотите написать что-то в этом духе.
Ну, допустим, A равняется range от 111. И вы хотите напечатать все эти числа в колоночку, чтобы они были все правильной ширины. Но при этом вы не знаете заранее, какой ширины должна быть колоночка. Ну, скажем, бинарные числа, да? Bin A, двоеточие B. Эй, форматная строка. Чё? А, господи. А, скажем, пятая двоеточие B. Вот, 101. Мы не знаем, какого максимального размера строка. Ну, мы на самом деле знаем, конечно, вот такого максимального размера строка, да? Но все это надо вычислить. Значит, что мы делаем? Мы делаем примерно следующее. Max от len от len от c for c in a чё? Вот так. А, ну да. F C двоеточие B. О, оказывается, максимальная длина 7. Итак, чтобы вывести все это в столбик, мы должны составить конструкцию, форматирующую вот здесь вот, где написать, что длина должна быть 7. Сделать с помощью форматной строки мы это не можем. Ну, не можем. Потому что туда сразу подставится значение. А, можем, почему? Нет, не можем. Поэтому самый простой способ сделать так. Воспользоваться методом формат, который делает абсолютно то же самое, только выносит это дело наружу. А именно, for, значит, fmt, форматная строка у нас будет равна чему? Ноль. Давайте мы только вот так вот сделаем. 0 двоеточие. Да? Форматная строка fmt равняется 0. Ну как? Давайте не так. Скобка. Плюс. Нулевой параметр. Плюс. Двоеточие. Плюс. Что там? М. Ну или если хотите вот так вот. Стр. Вот М. Плюс скобка закрывается. Мы сконструировали форматную строку. Вот. В которой будем говорить, что нулевой параметр функции метода формат нужно выводить, ну неправильно, кстати, это mb, да, нужно выводить в двоичном виде, вот, да? Вот теперь такая штука fmt.format, fmt.format, вот, ну скажем, a минус первое. Вот, будет как надо. Теперь, значит, говорим for i in c in a print, соответственно, fmt.format от c. Вот видите? Вот. Обратите внимание на то, что в данном случае вот эта строка является специальной форматной строкой, и преобразование имен и вообще вычисление выражений происходит в момент создания этой строки. Вот эта строка является обычной строкой, которую мы тут формируем. Она становится форматной в тот момент, когда мы вызываем из нее метод формат. И в этом методе формат у нас номера 0, 1, 2 и так дальше соответствуют позиции параметра вот в этой штуке. Ну, давайте сейчас покажу еще один пример. Что-то типа... Вот, пожалуйста. А если хотим, чтобы было не в том порядке, мы перечисляем не в том порядке. Ну, скажем, 1...
0, 2 и еще раз 0. Вот. Пожалуйста. При этом, если мы передали какой-то другой параметр, то они все игнорируются. Если их передали меньше, чем надо, то у нас происходит ругань, потому что мы не смогли их разместить. Вот. Значит, об этом будет домашнее задание, дорогой Барс. Вот, там все очень просто, но, пожалуйста, вы уж сами решите свое домашнее задание. Вот, а значит, я верю, что на Питоне можно запрограммировать совершенно все, в том числе и то, что вы сейчас сказали. Вот, как видите, очень гибкий интерфейс, который в свое время придумали в C#, когда его придумывали. Значит, его взял на вооружение Гвида и сотоварищи, когда делал третий питон. А во втором питоне был другой метод форматирования строк, который можно встретить в документации по второму питоне, про который расскажу просто потому, что его пока что не отменили. Вот он как раз похож на printf. Использует ту же самую нотацию с процентиками и теми же самыми ограничениями обладает. Мы можем написать что-то такое, типа... Там процент D, процент F, процент F, ну там 0, 10 D, процентики. Это такая специальная операция над строками. И дальше перечислить, ну скажем, сейчас у нас есть A равняется 42, 2, B равняется. Да? И вот теперь мы можем написать вот так. Процентики. И тут передать ему кортеж из А, Б, А. Вот. Обратите внимание, что это тоже строка самая обычная. Она становится, грубо говоря, сишноформатной в тот момент, когда мы выполняем операцию проценты. И вот эта операция проценты, она по-другому совершенно интерпретирует содержимое, а именно так, как это делает printf, вот, похоже на то. Ну, главный недостаток состоит в том, что мы не можем ссылаться на один и тот же элемент несколько раз, как это можем делать в случае операции формат. Да? Нам приходится, вот видите, здесь нулевой, здесь нулевой. Да? И вот этот нулевой элемент появляется дважды. Вот тут и вот тут. Нам придется повторять в нашем кортеже одни и те же объекты, соответственно, позиции того варианта форматирования, который мы выбрали. Вот. Вроде бы пока деприкейтить эту штуку не собираются, и можно ею пользоваться, но если вам реально нужно решать, да, главное не спутать, вам нужно решать эту задачу, то, скорее всего, вы воспользуетесь форматными строками, потому что они самые крутые. Спасибо, это самое сокращенцу, что мы с вами, вы мне напомнили об еще одной штуке, и это нас возвращает к теме числа, и на этом мы, собственно, заканчиваем нашу работу, а именно, что числа у нас бывают целые, как мы уже выяснили, мнимые и, соответственно, комплексные. Числа бывают вещественные в формате представления с фиксированной точкой. Ща. О! Вещественные в формате представления с плавающей точки, где у нас мантиса и порядок. Вот буква Е означает порядок. Можно так написать. Нет, нельзя. Вот только так. Вот. Целые числа, помимо того, что они десятичные, они бывают еще шестнадцатеричные. Да? Восьмеричные. А, 0, 0, 0, о, что ли? О,
восьмеричный. Обратите внимание, кстати, в замечание, что в третьем питоне вообще запретили писать 0, 1, 2, 3, чтобы не путать с восьмеричными. Ну и, наконец, двоичные, что самое прикольное. Вот это очень клево, я очень люблю эту фичу питона, что вы можете вводить двоичные числа прямо так. Вот. Все, мне кажется, я сказал все, что мог. Отвечаю на вопрос про домашнее задание. Кажется, еще не поздно записаться в Еджаш. Если вы очень хотите, запишитесь. Скажем так, если уже поздно, но как бы вы хотите, можно просто попросить меня, чтобы я открыл регистрацию. Вот. И там будут домашние задания с их проверками. Да? То есть Еджаш — это система проведения олимпиад. Мы ее используем для того, чтобы люди на тестах тестировали свои домашние задания. Разбор два наших заданий планируется. Если вы меня потом попросите, вот проще всего делать это, наверное, даже не здесь, а в чатике, чтобы не тратить время. Вот у нас есть один большой общий чатик телеграмный, приходите туда. Что-то еще хотел сказать. А, да, много раз меня просили за открыть таблицу рекордов. Я постараюсь это сделать сегодня. Все, братцы, я выжрал уже целых лишних 6 минут времени. Если нет, значит, дополнительных вопросов, вот. Вместо вопросов я вижу ссылка в этом самом, в плане лекции. Вот она, ссылка. В группу в Телеграм. Вот. Значит, все. Значит, если нет дополнительных вопросов, то всем спасибо. Спасибо за лестные отзывы. Я польщен. Вот. Ну и до встречи в следующий раз. Не забудем в следующий раз тогда про байтовые всякие штуки и про кодировки, и про бнапню поговорить. Давайте.